Нам придется повторять, да, потому что у Порошенко и киевского и власти, в принципе, вариантов-то нет. Да, им это обострение позарез военное. То, что мы уже знаем про обстрелы блок. Ты чё на ровном месте застрял? Как сюда вообще заехал? Ага. Она так к этому относится. Реальность — это же всегда там наше решение и их реализация. Ты решил чего-то, начал делать, и у тебя образовалась реальность. Вот Юлия Владимировна этот принцип очень хорошо понимает. Она много раз в жизни это делала, создавая.